В универсальном зале Дворца спорта «Зарайск» стартовало первенство городского округа по баскетболу среди мужских команд. В соревновании приняли участие 5 спортивных коллективов, представляющих города «Зарайск», команда Дворца спорта «Зарайск Игуана» и «Феникс», «Коломна», команда «Коломна Юнайтед Луховицы», команда «Кайман» и «Озера», команда «Чайка». Первенство будет проходить по субботам в течение марта и апреля с 15 часов. Первый игровой день состоялось 2 игры. В первом матче встречались победитель прошлогоднего первенства – команда «Кайман» из Луховиц и обладатели бронзовых медалей – команда «Коломна Юнайтед». Матч носил эмоционально насыщенный характер и проходил в упорной борьбе. Итоговый счет первой встречи – 72-51 в пользу спортивного коллектива из Луховиц. Вторая игра тура стала дебютом для новичка первенства команды «Чайка» из города Озера. Им противостоял коллектив «Феникс», состоящий из опытных игроков. Несмотря на большой потенциал молодых спортсменов, в итоге опыт взял вверх. Победа команды «Феникс» со счетом 73-43. Валерий Маркович, Анастасия Булатова, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.